Всем привет друзья, с вами Беркли и сегодня я покажу вам очередную установку автомобиля в GTA 5. Как вы знаете, несколько лет я снимал установку BMW M5 F90, но та установка немножко устарела. И сегодня я покажу вам новую установку и новый автомобиль 2020 года. Покажу вам как это все установить более правильно, потому что спустя два года установка немножко поменялась. Поэтому давайте не будем медлить и сразу же перейдем к установке данного автомобиля. А вы в свою очередь просто подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие такие интересные видео по модам GTA 5. Итак, переходим по ссылке в описании. Нам надо открыть все эти ссылки, которые я оставлю вам в описании под видео. И скачайте себе последнюю версию BMW M5 F90. Загружайте ее с этого сайта. Если вы интересуетесь каким-то другим автомобилем, допустим, этим Мерседесом или вот этим вот Мерседесом, тогда просто вместо этой BMW вставляйте свой mercedes И таким способом вы сможете установить другую машину. Но сегодня мы устанавливаем с вами BMW M590. Также скачиваем еще OpenIV программу. Меню Single Player Trainer. С помощью него мы будем спавнить данный автомобиль с этого сайта. Game загружаем по последней версии. Backfile Limit Adjuster загружаем. Если его здесь не будет на этом сайте, то просто введите в поиски этот файл и скачайте себе его. Также качайте Hip Adjuster с этого сайта. И скрипт 5 Искриту 5.NET последней версии. Вот он, нажимаем Zip. Все файлы мы с вами скачали, нажимаем показать папки и переходим к установке. Постараюсь объяснить вам максимально понятно. Далее открывайте корневую папку из вашей GTA и Grand Theft Auto, где она у вас находится. Вот она. И сюда, где ярлык, где приложение Grand Theft Auto, закидывайте сначала самые легкие файлы. Это 5.net. Выделяйте эти файлы, закидывайте его сюда. Закрываем. Потом скрипт 5 обычный, bin открываем. Input 8 dl закидываем и скрипт 5 dl Это самые важные файлы. Закрываем, потом hip Тоже эти два файла просто перебрасываем сюда, где приложение GTA 5. Также открываем пак файл лимит Тоже эти два файла перебрасываем, где приложение GTA 5. Закрываем. И меню так также само копируем эти файлы туда, где приложение GTA 5 нашей. Вот сюда. И закрыли. Эти файлы мы уже установили с вами, можем их удалить. Поэтому удаляем их. Теперь просто устанавливаем программу OVizEtoob. Нажимаем русский, продолжаем, принимаем все условия, соглашаемся и скачиваем 19 мебайт файла. Наша программа устанавливается, загружается и сейчас появится релик на рабочем столе у нас. Вот он у нас появился. После этого просто нажимайте закрыть. Также само удаляйте этот OVizEtoob, который мы с вами установили. Осталось установить эти два файла, которые у нас остались. Запускайте для этого OpenIV программу. Нажимайте здесь Windows. И указывайте путь к вашей GTA, где она у вас находится. Games, Steam Library, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto. И выбор папки. Видите, у нас версия 2245. Если у вас версия, допустим, Epic Games, не Steam или какая-то другая пиратка, то таким же самым способом указывайте путь к вашей игре. Просто у вас может быть другая версия. У меня на данный момент версия 22.45, поэтому для этой версии нам надо распаковать конфиг. С этого архива gta.config заходите, ищите где у нас 22.45, вот он. Сток трафика, распаковывайте его. Если у вас более старая версия, допустим та же пиратка какая-то, то заходите, смотрите здесь, допустим 11.80, если у вас версия пиратки или, или какой-то другой, то заходите в older version и здесь есть более старые версии. 1868, 1.80 и тому подобное. То есть это тоже самый важный файл, просто надо распаковать его правильно для своей версии. Для этих четырех цифр. Последние и передние цифры не важно. Распакуйте себе для своей версии его конфиг, так же как я для 22.45. И закройте этот архив и нажмите продолжить. И еще раз продолжить. Теперь просто сейчас установим себе этот m 5 в 90 этот конфиг мы тоже можем уже удалить, потому что он нам уже не нужен. Осталось установить эти два файла. Покажу вам, как это сделать. Программа после этого у нас запускается, активируется вернее, и запускается. Нажимаете далее обязательно редактирование и нажимаете да. Потом заходите в инструменты, оси менеджер заходите. И здесь нажимаете все установить, нажимаете да. Здесь тоже устанавливаете и закрываете. То есть, чтобы было все там установлено, иначе не будет работать, если вы не установите здесь. И закрыли. Теперь просто переходим по следующему пути. Заходите в папку Update x64 DLC Открывайте любой архив DLC и копируйте его в папку Mods. Это надо для того, чтобы сделать, чтобы у вас появился путь Mods. И потом нажимайте здесь DLC Packs сверху. И в этот dlcpacks просто закидывайте с этого архива m5f90. Вот эту вот папку bmw-m5f90, закидывайте его сюда. Обязательно смотрите, чтобы внутри этой папки был dlc-rpf. Если его нету, то моделька может не работать. Поэтому должно быть именно вот так. Потом переходите по следующему пути, нажимаете здесь gta5. Потом update вот этот, update-rpf и копируйте его так же самую папку mods. Он у нас скопировался в mods. Нас перенесло сразу же туда. Заходите потом в Common. Дата заходим. И здесь ищите DLC лист. Вот он у нас. Нажмите редактировать на него. Обязательно редактируйте. Переходите в самый низ. И здесь открываете Redmi, которые у нас есть с модельки этой M590. И у нас автор написал эту строчку, что нужно вот этот DLC строчку писать, контр c нажать. Скопировать, вернее, можно просто и сюда Enter нажать и вставить ее сюда снизу. Иначе моделька не заспавнится. Это обязательно надо сделать. И потом просто этого сохраняете. Может быть еще такое, что будет еще одна строчка, которая вписывается в Extra Platinum То есть вот сюда. Иногда тоже загружаются. Может быть такая строчка с DLC. Но ну, это очень редко. Также самое ее пишите сюда, если она у вас с какой-то модельки требует писать сюда. И обязательно нажимайте сохранить. И здесь у нас есть еще команда для спавна. К ней мы еще вернемся. Это свертаем. Закрываем наш архив. BMW M590. И этот конфиг тоже распаковываем туда, где дата. То есть где дался лист. Закидывайте его просто сюда. И все, наша моделька установлена успешно. Потом, ребята, если вы хотите какую-то еще одну модельку установить, допустим, какой-то крузак, допустим, с этого сайта или, допустим, этот корвет, просто его себе загружаете. Покажу вам, как еще раз, допустим, вторую модельку загружать. Загрузили себе этот архив с моделькой, с автомобилем. И больше не надо копировать еще вам этот конфиг. Второй раз просто себе заходите, открываете архив корвет, допустим, этот. Заходите опять-таки в Mods. Вот сверху, где GTA 5, Mods, Update. В этот DLC пак закидывайте просто корвет вот этот, который у нас есть. Который вы вторую машину скачали. Закинули сюда. И чтобы вторую модельку еще раз добавить, то есть апдейт заходите, апдейт RPF, Common Data и в DLC List также сама прописывайте еще строчку, которая будет вот здесь. Вот корвет ZR1. И Ctrl-C и вставляете ее сюда. Так устанавливается следующая моделька, допустим, если вы ее захотите еще одну установить. То есть суть в том, что не надо постоянно копировать конфиги, там трейнеры и там подобное. Один раз сделали то, что я показал, и потом уже себе закидывайте в игру много моделей, которые вы хотите там с этого сайта, сколько угодно. Максимум можно закинуть 300 DLC, потому что GameConfig у нас на 300 машин здесь этот ну и теперь просто выключайте редактирование можете это все удалить хотя пока что не удаляем потому что нам надо будет эта команда для спавна вести ее теперь просто запускайте свою игру ну и пусть этого ваша игра успешно запустится если она у вас вылетела при установке то есть при запуске то вы неправильно установили game config то есть не подобрали правильно для своей версии GTA. Поэтому обязательно внимательней устанавливайте Game Config в вашу игру. Потому что от него зависит в основном запуск самой игры. Но если вы все сделали точно так же, как и я, все у вас должно получиться. И теперь просто запускайте уже в игре этот трейнер меню, нажимайте клавишу F8 на клавиатуре, нажмите два раза или один раз там, он запустится у вас. Переходите стрелками или нампадом, в Options заходите, потом заходите в спавнер. Spawner. И здесь, где Input Model, просто вводите название команды для спавна. Команда для спавна находится в том же Redmi, то есть в нашем случае это BMW M5 F90. Просто эту команду надо ввести в этот трейнер. Вводим BMW, вот так вот, M5 F90 2020 года. И нажимаем Enter. И сейчас мы заспавнились в нашем автомобиле. Вот такая вот новая БЭХа 2020 года. Как видите, она у нас успешно установилась, запустилась. Кроме этого, здесь она очень хорошо сделана. Не то, что та BMW, которую я показывал раньше. То есть здесь салон работает, все там максимально круто сделано. Здесь сиденья такие, M-Power, или как они правильно называются. Вот. И так вот она у нас работает, это BMW. Потом, если вы хотите заспавнить вторую модельку, так же само заходите, где вы устанавливали и скачивали этот кровет, допустим. Заходите в этот Redmi и здесь у нас написана команда для спавна коровет ZR1. Так же само его просто вводите через этот меню трейнер. Давайте введем. Корветте ZR1 и Enter. И мы заспавнились в таком вот корвете новом. Так вот тут у нас работает. Еще один небольшой такой лайфхак. Покажу вам, как не спавнить их постоянно, потому что это само собой может вам и надоест. Постоянно вводить input model. Для этого, чтобы их не спавнить постоянно, вы садитесь в нее в эту модельку, допустим, сели. И заходите в этот ä, favorites, здесь у нас будет, вот сверху. Favorites. Нажимайте здесь добавить новую модель. И в enter model name, Допустим, BMW напишем M5 и Enter. Она у нас добавилась? Нет, давайте посмотрим. Нет, надо все-таки ошибся, надо Current Vehicle Model. Вот, эту добавить и нажать Enter. И она у нас добавилась. Так же само после спавна второй модельки, садитесь в нее вот так вот и просто добавляйте ее Current Vehicle Model. И она у вас сохраняется. Вот видите, вот на, на снизу у нас сохранилась. И теперь вы можете ее спавнить себе когда угодно, даже даже после запуска новой игры вашей. Заходите в Wekly Options, и потом себе просто в Wekly Spawner заходите, Favorites, и допустим это BMW заспавнили ее себе. Она спавнится также в рандомном цвете, то есть цвет можно тоже выбрать, это уже не важно. Кроме этого, здесь эти модельки, что касается самой этой BMW M5 в 90, Слышите, какой здесь крутой звук установлен. Звук у нас не кастомный, звук, по-моему, это из самой гитаршки. Просто очень хорошо автор его подобрал. И вот так вот она круто работает. По-моему, даже можно дрифтить, если я не ошибаюсь. То есть это заднеприводная моделька такая. Но давайте заедем с вами еще в Last Customs, West Coast Customs, или как он правильно называется. И покажу вам, что здесь также работает и тюнинг, потому что моделька у нас оказывается, была с тюнингом. Если написано аддон тюнинг, значит в нее присутствует какой-то тюнинг. Вы можете что-то там добавить свое, поставить какие-то кастомные бампера и много чего другого такого интересного. В принципе, таким способом можете себе устанавливать любую модельку GTA 5 и спокойно себе с ней играть и наслаждаться самой игрой в GTA 5. Давайте заедем сюда, вот в этот кастомс. И посмотрим, что у нас здесь такого есть интересного. Броня, ну это броня, понятное дело, там тормоза. Ну давайте по максимуму и поставим сейчас. Бампер, пока что я еще бампер не ставить не буду. Я поставлю окраску более такую нормальную, металлик какой-то. Допустим... Вот можно даже поставить вот этот красный формул или что ли. Или давайте поставим ярко-оранжевый. В принципе, смотрится неплохо. Чтобы вам было видно просто бампер, какие у нас меняются. Бампер, передний, передний бампер. И видите, ребят, у нас ставится новый такой кастомный передний бампер. То есть тюнинг здесь поддерживает эта моделька. Поставили задний бампер, так же само. Competition, там performance какой-то. Честно говоря, я не сильно разбираюсь в этом всем, потому что у меня нету BMW такой, поэтому вот такой вот разве что так могу вам объяснить немного двигатель глушитель там еще какой-то можно поставить акропович или как там правильно называется компедишн в общем так крылья крылья у нас меняется что-то или нет что-то я не вижу чтобы что-то менялось поэтому ставить их не будем решетка радиатора вот видите меняется это этот квадрат на бмв можно поставить такой карбоновый, но я ставить его не буду. Клаксон фары, номера, окраска, пороги. Спойлер можно еще поставить. Давайте поставим. Ну, здесь вот этот. Хотя, конечно, так изуродовать машинку я не советую. В принципе, можно на нее поставить вот этот вот спойлер. Вот. Вот этот более-менее смотрится, наверное. Или этот. Но я поставлю пока что этот. Подвеска, трансмиссия и, в принципе, все. Еще тонировку поставим себе максимальную. И выйдем с этого West Coast Customs. Такая вот у нас моделька получилась BMW m 90. Это, напоминаю, что это 2020 года, если я не ошибаюсь. Но это новая моделька. На сайт она была выложена где-то полгода назад еще. И моделька качественная. Одна из самых качественных, которые есть на сайте Ruget 5 mods Поэтому, ребята, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередные видео по установке модов или будут в скором времени обзоры модов и много чего другого такого интересного с модами в игре GTA 5. Всем спасибо за просмотр и до свидания, всего хорошего.